все футболисты могут в любой момент удивить. А вот красивый гол Бориса Никаноров. 6-0 сейчас становится. Никаноров забивает по-настоящему свой, наверное, гол. Хотя у него и бисеклеты, наверное, их являются фирмы. Ну а здесь боковыми ножницами он это делает. Так, дают паузу Николаю Карушанову. И впервые появляется в этом матче Алексей Макаров.